Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Просьба всех слабонервных отойти от экрана телефона. В видео показаны особо жестокие кадры, на которых тигр погрыз беззащитного зайчишку. Девятое место. То, как они смотрят друг на друга. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэ и Кук были в одинаковых футболках с сердечками и смайликами. А еще Чонгук лично сам выбрал наклейки с медвежонком и тигренком. На них также были парные украшения зеленого и фиолетового цвета с надписью «True Love» – «Настоящая любовь». Я – это ты. Небольшая деталь в истории любви Лесли Чуна и Даффи Тонга. У них был свой секретный жест, означающий «я люблю тебя». Лесли часто показывал его на концертах Даффи, а Даффи использовал его на похоронах, когда провожал в последний путь Лесли. Вспомним теперь, что этот жест использовали Чонгук и Тэхён, исполняя песню «My Universe». Жест еще можно трактовать как «я вижу тебя», но я склоняюсь к первой версии. Как мы помним, Тэхён публиковал в Инстаграм видео со словами Криса Мартина о значении «My Universe». Это песня о том, как сила любви преодолевает любые границы, ломает правила, ей все равно на ваш гендер и сексуальную ориентацию. Ничто не может остановить людей в том, чтобы любить друг друга. Вот такая история. Седьмое место. Но эта рука Тэхёна в волосах Чонгука мне не дает покоя. Шестое место. Поведение пары. Тэхён знает, как произвести впечатление на своего любимого Чонгука. Разрешите разблокировать вам воспоминания. Ровно 4 года прошло с момента, от которого сердце в клочья, а глаза по сей день на мокром месте. Чонгук, ни секунды не раздумывая, притянул к себе плачущего Тэхёна. И вот вроде бы совершенно обычный порыв – утешить и защитить любимого человека в момент, когда тот разбит и уязвлен, но не для Чонгука, у которого, из-за многолетних загонов в рамке, стоит в голове небольшой блок на всякого рода проявления чувств по отношению к Тэхёну. Но тем не менее, молниеносно взвесив все за и против, отбросив страхи и сомнения, Чонгук поступил так, как велело сердце. При этом сам держался на последнем волоске, чтобы не зайтись в ответных рыданиях.
Именно поэтому Чанбук избегал прямого контакта с глазами Тэхёна. Ведь нет ничего хуже, чем видеть любимые глаза, которые не сияют от радости, а блестят от слез. Талия Чанбука предназначена для рук Тэхёна. Пятое место. Этот ласково влюбленный взгляд Чанбука. Четвертое место. Забота. Чанбук заботливо поправил костюм своего парня. После того, как Чанбук написал на Фёсте, что Тэхён – его безопасное место, корейские армии сказали, что перевод не совсем правильный и что слово «безопасное место» обычно используется между любовниками или партнерами. Корейцы были шокированы, потому что это слово настолько интимное. В Корее, представляя семью, говорят: «У нас с ним много общего, мы понимаем и любим друг друга». Тэхён для Чанбука – человек, с которым он на одной волне. У них много общего. Безопасное место – иметь много общего. И сказать «иметь много общего» в этом смысле – значит быть очень влюбленным в кого-то, и как бы вы ни пытались скрыть эти чувства, в итоге любовь раскрылась. Это означает, что вы – одно целое, одно тело. Также это очень похоже на духовное пламя. Оно гораздо больше, чем родственные души. Тэхён всегда протягивает руку назад, чтобы убедиться, что с Чанбуком все в порядке, поддержать его или подбодрить. Тэхён всегда ведет. Третье место. Новости Чанбука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Рис, суп из ростков фасоли, жареные сосиски с овощами, рыбный пирог с сыром, кимчи из пекинской капусты, виноградный напиток. Завтрак Чанбука. Рис, говяжий суп с морскими водорослями, тушеная курица с перепелиными яйцами, закуска из редиса с приправами, кимчи из пекинской капусты, молочный густой десерт. Обед Тэхёна. Рис с яйцом и соевым соусом, грибное рагу с соевой пастой, свинина на гриле с солью, листья нори, свежий кимчи, молоко. Обед Чанбука. Рис, суп из говядины, стейк кубиками, яйцо на пару, кимчи из капусты, мороженое, фруктовый лед. Ужин Тэхёна. Коричневый рис, куриный суп гомтанг, жареная говядина и овощи. Кальмары, приправленные, редис, кимчи. Ужин Чанбука. Рис, тушеная курица, говядина на гриле, маринованный зеленый лук, картофельный салат, кимчи из капусты. Тэхён в Instagram поделился новой песней Fortnite Taylor Swift Post Malone. Зачем он это сделал, прошу? Dreamers Чанбука удостоена трех наград на Нью-Йоркском фестивале 2024.
Dreamers Чангука завоевала 3 трофея на Нью-Йоркском фестивале 2024, который является одним из 3 крупных рекламных фестивалей в мире. Саундтрек к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 в исполнении Чангука получил серебро в категориях «Кинематография» и «Звуковой дизайн», а также бронзу в категории «Операторская работа», забрав в общей сложности 3 награды. Кроме того, в номинациях «Режиссура» и «Стриминг» видео вошло в список финалистов и получило 2 наградных сертификата. На официальном YouTube FIFA видео Dreamers превысило 218 миллионов просмотров. Кроме того, ролик был назван самым популярным видео всех времен на канале. Dreamers – первый в истории официальный саундтрек чемпионата мира по футболу, который возглавил чарт продаж цифровых песен Billboard в США, а также занимал 1-е место в чарте продаж цифровых песен в мире 2 недели подряд. Количество прослушиваний песни на Spotify превысило 400 миллионов, продемонстрировав высокую музыкальную популярность. Кроме того, она стала первой песней чемпионата мира в истории, занявшей 1-е место в более чем 100 странах, регионах, в iTunes в первый день выпуска, и в совокупности возглавив чарты в 106 странах, регионах. На церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре Чангук стал первым корейским певцом, который спел официальный саундтрек, а затем украсил главную сцену беспрецедентным живым выступлением, представляя исторический момент, который люди во всем мире будут помнить еще долго. Какие же красивые папы у Йонтона и Бама! Красиво тут. Прекрасный вид Даат и Хён. Рисунок Тэхёна в учебном кафе в городе Сёджин. Когда я чувствую сонливость во время усердной учебы, я думаю, что сразу же проснусь, увидев изображение Тэхёна и Айрин. Почувствуйте исцеление с помощью изображений Тэхёна и Айрин. Помню, когда он начал ее расстегивать. Блузку я 3 раза успел распрощаться с жизнью, а там оказалась еще жилетка. Вы отчаянно нуждались в этих фото, я знаю. Вы видите этого парня? Он занят. Тэхён для Cartier в корейской газете. Добьем окончательно весь негатив, если таковой имеется, этим Чангуком, который просто в легкую сожрал хореографию женской группы. Песня Left and Right
Чарли Пута и Чангука превысила 920 миллионов прослушиваний на Spotify. Тэхён невероятно красивый, а его живые эмоции всегда привлекают к себе внимание, всегда такой непосредственный и уникальный. Friends превзошли 100 миллионов стримов на Spotify. Новая песня освещает свою популярность, превысив 100 миллионов стримов на Spotify, крупнейшей в мире музыкальной платформе. Friends превысили 100 миллионов стримов на Spotify 19 апреля по корейскому времени. Это первая песня K-pop, выпущенная в 2024 году, которая превысила 100 миллионов потоков, записав больше всего потоков. В результате Тэхён теперь имеет 7 сольных песен, которые превысили 100 миллионов потоков на Spotify. Friends также вошли в чарт среди сольных песен K-pop в британском Official Chart, установив новый рекорд по продолжительности пребывания песни к солиста в чате. Песня была в чартах UK Official Singles Sales и UK Official Singles Download в течение 4 недель подряд. Между тем, Тэхён служил в подразделении специальной миссии Корпуса военной полиции под непосредственным контролем штаба 2-го корпуса армии. Недавно фотография его в боевой форме военной полиции и тренировок с другими членами подразделения, размещенными в сообществе, привлекло большое внимание не только дома, но и за рубежом. Тэхён, который в настоящее время служит на военной службе, снова сияет своим присутствием, потому что считается, что он способен привить позитивный имидж и гордость Кореи. Язык Тэхёна живет своей жизнью. Чангук упомянут в статье K-Media об истории фандома. Фэндом продолжает расти. Вот почему так важно создать качественную культурную ДНК, которая учитывает и заботится о глобальном росте фэндома вместе с K-культурой. Мы с нетерпением ждем того дня, когда вскоре сможем увидеть концерт Чангука. Верность. Второе место. Это так интимно. Когда перепутал сцену с кроватью. Тэхён хочет увидеть выступление Чангука без рубашки. Мы тоже хотим, что уж скрывать. И Тэхён просто хочет Чангука. Ну а что, сам же намекнул. Ну как же не передразнить парня? Если камер рядом с Чангуком и Тэхёном нет, то они есть рядом с друг другом. И с руками в разных местах друг друга.
первое место. Это приоритет. Чангук ненавидит писать сообщения и звонить по телефону. Также Чангук звонит Тэхёну в 3 часа ночи и спрашивает, когда он приедет домой. Чангук, который в данный момент нуждался в руке Тэхёна. Тот момент, когда Чангук и Тэхён ушли. После того, как Гарри сказал спасибо, Тэхён сказал Чангуку «пошли», взяв, возможно, его за руку. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.